Серпухове активно стартовал сезон благоустройства. На десятках городских улиц ведутся ремонтные работы. В порядок приводят дорожные покрытия, тротуары, прилегающие территории и междворовые проезды. Новый асфальт появился на площади Ленина и во дворах на улице Советской. По просьбам жителей здесь отремонтировали проблемный участок. Ведутся работы и на проезжих частях. На Красноармейской, на улице Новой меняют старый бордюрный камень на новый, выкорчевывают старые пни. В ближайшее время дорожные работы продолжатся и в других микрорайонах городского округа.